так-то, Дунькин, мы идем на танцы. Обучение танцев? Да, не знаю. Обучаться танцами идем. Как-то так. Современная я, кстати, не танцор, но попытаюсь танцевать. Ну что, дамы приглашают кавалеров? Да ради бога. Давай. Ча-ча-ча. Чики-пики. Я не танцую, я не танцор. А ты вообще. Я вам пробую. Что такое современная хореография? Смотря что еще за музу. Вот. Данке. Ладно, Данке. Я о чем? Современной хореографии. Пацаны, да, туда прём? Современной хореографии. Здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую вас. Проходите. Где у вас тут переодеться можно? Можно здесь разуться. Жена моя, Ирина Викторовна. Ирина. Меня зовут Марина. Я Олег Малков. Очень приятно. Руководитель театра современной хореографии «Гранданс». Ну, сегодня с вами поработаем, посмотрим, на что и вы способны. И поучу вас быть пластичными, красивыми. Ну, и нет, физически. Пластичными сегодня прям не надо. Все будет супер. Проходите, раздевайтесь. Надеюсь. Так, отойди, да я разбую. Олег, убери. Да. Бальные танцы называются. А мне нечего там одеть. Пока. Это что? Это Юшкин. Да. Ты что такое? Это что такое? Что я на их трусы буду? Да сейчас после нас переоденешься. Да кто вы давайте не говорите? Эмка, что в мою? Да, ну это, судя по всему, твой, надо размер. Если что, возьмем. Нет, вот этот твой. Какой? Вот этот, однозначно. Ладно, разберемся. Ай, ужас. Ура! Ну вот и все. Готовы к пляскам. Опа! Как-то так. Прошу сильно не судить. Как-то так. Паха, ну давай там уже быстрее. Что быстрее-то? Да я уже готов. Или нет? Нихуя. Нифига. А что он так перекинул? Нет, и что там? Ну, ужас. Разогревочка пошла. Получается что-то. Оп, разогрев. Идем, разогреваемся. Оп. 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 Ну, как-то так. Разогреваемся, разогреваемся. Наклончики поделаешь. Сторонку маленько. Это он мудил. Повторяй за мной. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Спинка прямая. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклон к станку. Раз, два, к станку. Три, четыре, пять, шесть, в широкую позицию, семь, восемь, вниз, гран-плие, раз, два, три, четыре, пор-де-бра, пять, шесть, вниз, семь, восемь, и в пятую позицию закрыли, раз,
два. Плие раз. Закрывай. Плие два. Вообще-то. И три плие. Четыре. Гран-плие пять. Шесть. Семь. Восемь. К станку раз. Два. Тяжечка три. Четыре. Португра пять. Шесть. Семь. Восемь. Ты смотри в зеркало, пожалуйста, а то мне надо отправить. Давай ты со мной маленько разберемся. Встаем сюда на зеркало, чтобы вы не видели. Так, давайте, наверное, дырочка в середине. Вот. С рукой. Молодцы, корпус. Корпус. И хоп. С рукой. Флэтбэк. Хоп. Прямая. Спина прямая. Руки вывели вперед. Молодцы. Правой ноге. Прижались. Прижались. Молодцы. Левой. Прижались. Вперед. Покачали себя. Покачали себя. Рулап. Поднялись. Собрали. Шуку разогреваемся. Разогреваемся. Давайте ноги в работу. Вперед, в сторону, вперед, в сторону. И вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Молодцы, быстро. Блять, нет, я не успеваю. Еще раз. Вперед, в сторону. Вперед, 5, 6, 7, поехали. Хоп. О, опять не стой ноги начала. Нет. Опа! Вы же упадите. Давай! Раз, два! Опа! Ты что, решили шею сломать, что ли? А мне-то за чего? Раз, два. Прямая. И поставь, верну к себе. Раз и два. Поехали. Вот так, да? Раз и два. Ой, блядь, ну какая что-то нахуй сломала. Еще раз. И раз и два. А, ты. Угу. Раз и два. К себе ее. Два. Раз. Раз и два. Угу. А, вот так надо. Дальше. Поднимаем правое плечо и правую пятку. Три. Правое плечо так. И правую пятку. Угу. Дальше делаем разворот, ставим ручки, делаем волну и переходим вперед. Так. Ты еще раз волну сделала. Да, мы остались. Волна. Подожди. И переход волна, вперед. И вперед, да? Положение, посмотрите, ногу какое у меня. Ну, вот такое. Вот. Поехали. Так. Раз и два. Три. Плечо. Стоп. Ну, что, пятка, плечо. Три. Четыре. Ну, так я его подняла. Дальше. Рука. Пять. Назад. Шесть. Волна. Семь. Вышли. Восемь. Дальше. Раз. И. Оп. Два. Стоим. Назад руки. Шагаем назад. Скидываем. Хоп.
Сюда. 3, 4. Левую мне показали ладонь. Хоп. Хоп. Как бы голова идет. Хоп. Да. Хоп. И поворотик. И пришли. Молодцы. Поехали. Так, помедленнее. И шестая позиция еще раз. И раз, и два, три, четыре, пять. Рука завели 6, волна 7, вышли 8, ниже. Раз, и два, три, стоим, 4, скидываем, 5, 6, скиньте. Раз, и два, смотрите. Раз, и два. Ну, я присела. Еще раз. Нет, вот это шаг подставить. Ну, вот. Ага, вот сейчас сделала, молодец. Поехали. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два. Назад шаг, 3. Назад. 3. А, вот так. 4. Голова. 5, 6, 7, поворот, 8, 6, 5, 6, 7, и... Приготовились. И раз, и два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, раз, 2, 3, сбросили, голова, ах ты, блядь, пам, пам, пам. Есть? Еще раз, поехали, и раз, и два, 3, стоим, 4, рука, волна, и раз, и два, сброс. Голова. Вперед. Вперед. Стояли. Поджимались. Молодцы. Также обратно к прямым ногам. И тянемся. Тянемся. Молодцы. Поднимаемся, на правую ножку вышли, тянемся, ваша нога, посмотри сзади, как нога должна стоять, вот, спину ровную, спина ровная, руки поставили, перевели, перевели на локти, встали и тянемся, пробуем. Олег, молодец. Ногу поменяли. Наоборот, Паш. Да-да. Олег, наоборот. Левую руку заведи под левую ногу. Вот, и на локти. Молодцы. Ирочка, садись, потянемся. Ой, извините, меня на ногу не отдвигаются. Садимся. Спина прямая, вытянули спину. Стопу на себя прям сократили, чтобы пятки оторвались от пола. Спину вытянули. Руки подняли. Тянемся, поменяли, потянули, на локоточки ушли, тянем, тянем, молодцы, правой ножкой лежали, тянем, левой, вперед на локоточки.
локоточки. Гранданс. Она завоевала, не раз завоевала международные конкурсы по танцам, так что я здесь занимаюсь. Всероссийские конкурсы, так что если хотите учиться, приходите сюда, и будем все вместе заниматься. Безумный Паша всегда с вами. Вот он знает все, что действительно всероссийские конкурсы танцев, так что приходите, я здесь буду приходить, это номер один. Мы будем танцевать со своей женой, как бы так. Гранданс, Олег Панглов с вами. Безумный Паша с вами, дача у моря, море удачи.